Ведемо півтори години, можливо, трошки більше. Мене звати Віталій Мороз. Я працюю в міжнародній громадській організації «Інтерв'ю з Україною». Це організація, яка професійно працює з журналістами. Чому журналістів, як їм змінюватися в сучасну епоху, і дуже багато зараз займаються новими медіями. Зі мною мій колега Андрій. Трошки про себе скажи, будь ласка. Да. Меня зовут Андрей Маштаков, я работаю тренером Интерньюз, в тех проектах, как ты сказал, Виталий. Моя задача в этих проектах глянуть на происходящее не с точки зрения журналистики, а с точки зрения интересов людей, скорее, социальных, для маркетинга. Для... Попробуем этим всем с вами сегодня. Ми в першу чергу проводимо величезну кількість навчань з нових медій для журналістів. Однак в наших програмах, а це програма MediaNext, UMedia, Elect.ua, є приблизно 30% громадських активістів. І з нашого досвіду громадські активісти не гірші від медійщиків. Вони можуть мати набагато більше знань, набагато більше якихось енергії для того, аби реалізовувати якісь гарні проекти. Ми не знаємо, чи всі ви, чи ми будемо говорити спільною мовою. Спільна мова – це використання якихось термінів, які знайомі чи незнайомі нам. Так? Я б хотів зараз у вас спитати, хто з вас активно користується такими інструментами, як YouTube, ВКонтакте чи блоги? Підніміть вас, можна. Всі, прекрасно. Тобто у нас не є аудиторія, які потрібно розказувати, чому нові медіа це корисно. Так? Ми тоді спробуємо вам розказати, як це використовувати для вашої щоденної роботи. І аби не бути голослівними, ми, мабуть, покажемо кілька проєктів, на яких ви зрозумієте, можливо, як можна реалізовувати, використовуючи ці всі інструменти. Розпочнемо з Андрія. Ну, как ни странно, я начну именно с рассказа, что такое новые медиа, зачем все это нужно. Но очень трудно избежать вот этого первого этапа начальной агитации, который я с удовольствием и сделаю. Откуда вообще происходит интерес к этой теме? Почему последние там десяток добрых лет все кругом говорят о интернете, программисты, как это писать, социологи, как это использовать, люди почему-то регистрируются в каких-то там социальных сетях, сайтах, откуда вообще возникает этот интерес. Интернет реализует те качества, которые присущи человеку от природы благодаря истории развития. Когда-то в свое время большую часть нашей истории мы как вид прожили в очень маленьких социальных группах. Мы жили там в маленьких деревнях, в пещерах, люди рождались в какой-то группе и в этой же группе проживали всю свою жизнь. Это были группы, в которых не было, по большому счету, секретов друг от друга. Ну, вот то же самое, что сейчас можно увидеть где-нибудь в селе, в глубинке. Все с детства друг друга знают, какое прозвище человеку в 5 лет дали, вот так он всю жизнь называется, и внуки его называются, внуки вот этого человека. Именно такое общество, в общем-то, для человека является наиболее удобным, приятным с точки зрения социальных потребностей. Все мы постоянно общаемся, вступаем в контакт с окружающими, где-то позиционируем себя, где-то там самоутверждаемся, где-то наоборот себя там наказываем. Но все это делаем именно через общение. Вот тогда, когда нас окружали люди, нам хорошо знакомые, знакомые с детства, в общем-то это общение было естественным. Благодаря развитию человечество попало в такие условия, когда мы собрались в города. В городах очень много людей, понятно, все друг друга не знают. И вот происходит то, что происходит сейчас. Мы в лучшем случае киваем головой в лифте соседям. А все же осталось в человеке. Вот тоже желание общаться, тоже желание делиться своими наблюдениями, которые могут быть абсолютно неинтересны незнакомым нам людям. Ну, увидел и увидел. А близкий человек может это разделить. Вот мы постоянно это ищем. И, в общем-то, вот эта вот история развития, она отражается в истории развития медиа вокруг человека. Все начиналось с персональных медиа, которые в свое время расширились за счет так называемых маркет-медиа. Это люди приходили, там, например, там, в базарный день на базар и скачивали новости
те, которые там происходят в этом их райцентре, что там интересного, кто женился, кто родился. И с этими новостями возвращались к себе домой и там дальше с ними делились. Вот это был уровень маркет-медиа. Медиа были индивидуальные, персонализированные. Люди друг другу передавали информацию, естественным образом ее искажая. Рассказчик под себя это подстраивал, плюс еще в зависимости от того, кто получатель, эта информация менялась, так чтобы люди поняли. Ну, в результате все было живенько, бодренько, но не объективно. Информация очень быстро терялась. Кто-то где-то что-то не дослышал, и все, уехала информация, уехала точность. Ответом на это было появление масс-медиа. И, на мой взгляд, так вот, если посмотреть с большой перспективы, их перспективы, скорее, они со временем будут называться какими-то особыми новыми медиа. Это был способ, как сделать так, чтобы информация, массово распространяясь, не менялась. Вот если там есть какой-то приказ короля, чтобы он до самой дальней деревни дошел в неизменном виде, чтобы вот ее как вот напечатали, вот так вот эта бумажка и работала. Это все отобразилось в средствах массовой информации, появились газеты, журналы, телевидение, радио. Их основное свойство, эти средства массовой информации вещали в одну сторону. Это был отличный способ донести информацию до масс, без попытки узнать, вообще массам нужна эта информация или нет. Может, это вообще тема, от которой все устали. Но, тем не менее, все равно такой подход очень сильно продвинул нас вперед. Вот мы стали вариться в одном общем информационном пространстве. Но благодаря появлению новых средств связи в 20 веке, в конце 20 века, появилась такая штука, такой феномен, как новые медиа. Чем новая среда, новые медиа коренным образом отличаются от традиционных? В первую очередь тем, что коммуникации в новых медиа направлены в две стороны, интерактивно. То есть можно там условно себе представить, как-то там вот зритель немножко может повлиять на телеканал, отправив письмо туда. Ну, если я захожу на страничку социальной сети, в которой я зарегистрирован, эта страничка, ну, просто полностью настроена под меня. Там список моих друзей, список моих фотографий, еще какая-то информация. Телеканал выглядит абсолютно для всех одинаково. Сайт социальной сети, да и там, в общем-то, новостной сайт, он может и часто выглядит для каждого индивидуально. Именно потому, что эти медиа, новые медиа, интернет, мобильная связь, они могут от нас получать какую-то обратную связь. Сайты пытаются угадывать, из какой мы страны, для того, чтобы сразу же переключиться на нужный язык. Интернет старается давать нам ту информацию, в которой мы заинтересованы, анализируя наше поведение, там как-то там чего-то сопоставляя, делая кучу умных вещей. Но вот все это стало возможно только тогда, когда информация стала двигаться в две стороны, когда потребитель информации смог давать обратную связь. Про персонализированность, в общем, уже сказал. Это коренное отличие новых медиа. Телеканал у всех одинаковый, газета у всех одинаковый абсолютно выпуск в руках. Множество сайтов у каждого открывающего этот сайт выглядят абсолютно по-разному. И, в общем-то, с известной долей им удается угадывать, как сделать так, чтобы это было нам удобнее, понятнее, привычнее. Вот благодаря этому тоже новые медиа, они, ну, как бы более близки, понятны людям, они подстраиваются под людей. И узкая специализация, тоже огромное отличие, это огромное поле для творчества. Для того, чтобы открыть новую газету, радио, и тем более телеканал, нужны, ну, огромные просто деньги. Для того, чтобы завести новый блог, нужно здесь иметь свободного времени и фантазия, какой выбрать шаблон дизайна. Все, блог готов. Дальше наполняйте его контентом, пользуйтесь, балуйтесь, получится, значит, класс, получился проект. Для того, чтобы сделать, например, телеканал, посвященный какому-нибудь определенному виду аквариумных рыбок, но это надо найти очень сумасшедшего инвестора.